Səttar Bəhlulzadə, Bəhlulzadə, азербайджанско-советский живописец 20 века, известный в основном своими большими лирическими пейзажами, воспевающие природу Азербайджана. Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР. Выдающийся мастер кисти Сәттар Бәхлузада родился 5 декабря 1909 года в селе Амираджаны, неподалеку от Баку. Любовь к рисованию появилась у Сәттара с раннего детства. Тогда, когда отец подарил ему цветные карандаши, и он стал рисовать все, что видит вокруг. В школьные годы Сәттар любил читать стихи Низами Гянджави, Видади, Хагани Ширваны и особенно Физули. Герои произведений Физули Лейли Меджнун, он их даже рисовал на своих тетрадях и книгах. Это нравилось учителям. «Тебе, Сәттар, один путь в художники», — говорили они. Этим желанием он в 1927 году поступает в Азербайджанский художественный техникум. Окончив его в 1931 году, он начинает работать с известным художником Азимом Азимзаде в газете «Коммунист». Проработав там 2 года, Сәттар в 1933 году поступает в Московский художественный институт имени Сурикова. Талантливый художник отображает в своих картинах неповторимую красоту природы Азербайджана. Его живопись – это гимн, воспевающий Азербайджан, создающий полифоническую картину родной земли. В картинах родные долины, утята в пруду, верхние дашалты, джидырдузи, горы в облаках и зеленый ковер. Он воспевает красоты своей родины. Надо подчеркнуть и то, что он никогда не продавал свои картины. Он их дарил безвозмездно, несмотря на то, что он был человеком небогатым. Сәттар Бәхлузада считается одним из основоположников советской азербайджанской пейзажной живописи, а также основоположником азербайджанского импрессионизма, внесший значительный вклад в развитие азербайджанского пейзажа в 1960-1970-х годах. Вот таких людей нужно знать.